Льготный абонемент нужно пополнять до 1 числа каждого месяца. С таким напоминанием выступила компания «Транспорт Верхневолжья». В противном случае карта может оказаться заблокированной, а социальный проездной на конкретный месяц приобрести уже не получится. Оплатить можно в банковском терминале через Сбербанк онлайн и в личном кабинете карты «Волга», если у пассажиров уже активирована социальная карта. Если она активируется впервые, необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства или офис МФЦ. При этом необходимо предоставить паспорт и бесконтактную банковскую карту платежной системы «МИР», на которую и активизируется льготный проезд. Хочу напомнить всем пассажирам транспортной Верхневолжья, что социальный билет необходимо пополнять до 1 числа следующего месяца. То есть абонемент на апрель можно купить до 31 числа, включительно марта месяца. 1 числа это уже сделать будет невозможно. Поэтому мы всем это напоминаем. Если у кого-то какие-то есть проблемы с картами, карта ушла в стоп-лист или какая-то другая проблема, можно всегда позвонить в наш колл-центр. Наши специалисты помогут вывести карту из стоп-листа и, соответственно, решить все остальные проблемы.